Всем здорово, и в этом видео я вам покажу, где находится черный жемчуг, белый жемчуг и кристаллы на карте Фьордур. Для начала нам нужно заспавниться вот здесь. Спавнимся здесь и летим налево вдоль берега. Нам нужно подлететь вот к этим кристаллам. Вот здесь, кстати, можно кристаллы добывать прямо возле берега, если вы на лодке играете, вообще тема. Добываются обычные кристаллы. Вот, нам нужно к этой борозде. Вот. Ныряем сюда, вот уже жемчуг, вот так вот собирается, в отличие от других карт. Сюда плывем, вот на развилке тоже внизу жемчуг, налево там жемчуг, но по черный жемчуг нам нужно обязательно направо. Здесь тоже есть обычный жемчуг, плывем так вдоль, собирая жемчуг при этом. Плывем, плывем, плывем дальше. Вот, есть впадина такая, ныряем на самый низ, и вот он уже, черный жемчуг. Ну, тут его довольно много. Не знаю, на тек вам хватит или нет, но на черную, на подводную, блядь. На лодку вам хватит, и на горный бур вам тоже хватит. Еще куча трилобитов тут. Тут угрей не спавнится, возможно, лицихтисы будут, но это не точно. Ну, скорее всего, не будет. Я сколько плавал, тут лицихтисов не было. Ну, вот так вот. Спасибо за просмотр. Удачного выживания.